Так, друзья мои хорошие. Всех приветствую. Вроде запустились даже. Ребят, извиняюсь за небольшую задержку в 10 минут. Оказалось, что нужно было подкачать патч на игру. Вот этим я, собственно говоря, и занимался. И пришлось полностью переустановить клиент. Вода – это лучшее, что может быть в мире. Все, я практически готовый радовать вас топовым контентом. Надеюсь, вы тоже готовы меня радовать топовыми комментариями и лайками. Ой. Ну, я заинтригован. Ну что, судари, приветствую вас на сегодняшнем стриме. Русскому, ну, СНГшному, Игропрому уже много лет. Вот. Еще в начале 2000-х мы с вами, кто постарше, играли в разные Иван и Петька, Иван, Петька, Василий Иванович там спасает галактику. Всякие там трущобы, подземелья, чего-то там в гоблинской озвучке. Ну и, конечно, Сталкер. Вот. Ну и игры помельче. Лет через 10, уже, если не ошибаюсь, вышло метро и все последующие части. Вот. И вот совсем недавно, пару лет назад, вышел Atomic Heart. Это делала как бы, ну, формально, по-моему, студия какая-то там прибалтийская. Находится она где-то там. Но по факту это наши русские разработчики. Но, друзья, как вы знаете, наш дорогой Владимир Владимирович, вот, дал задачу сделать свой игропром. Вот. Это было вот как раз где-то, по-моему, год назад. Вот эти все игры будущего и многие-многие другие активности, они как раз, я так понимаю, входят в эту всю государственную программу. Вот. Я активно за игрой Смута не следил, но из того, что я знаю по наслышке, вот, краем уха услышав, я знаю, что в эту игру вложили 500 000 000 рублей, что эта игра созданная при господдержке, что это первая русская игра именно про Россию. Вот. То есть там не про какой-то там мир. Кстати, у меня звук-то идет, я извиняюсь. Мне кажется, не идет. Конечно, не идет, я же его не добавил. Да. А вот теперь сейчас будет звук игры. Молодец, конечно. Да. Вот. То есть это игра не про какой-то мир будущего, не про какой-то постапокалипсис и так далее. Это игра именно про Россию. Я читал, что эту игру сопровождали куча всяких скандалов, там с оптимизацией, графонием и так далее, там что-то многим что-то не нравилось. Вот. Сегодня посмотрим, что есть хорошего, что есть плохого. Если хотите, ребятки, купить эту игру, насколько знаю, в Steam ее нет. Не знаю почему. Может быть из-за санкций, может быть просто решили там ее не продавать. Она есть на VK Play. То есть на вот этой платформе, с которой, собственно говоря, я в Atomic Heart играл. Вот. Это наша русская платформа. Я на ней стримлю VK Play Live, а есть еще отдельный клиент VK Play. Там можно скачать смуту. Вот. Ну что, поехали. Единственное, что у меня вот сегодня друг, ему 23, спросил, а что это за, что это за игра, о чем она? Вот. А другой мой близкий друг, вроде бы умный человек, оказывается, ему 31 уже. Да.
А он, оказывается, не в курсе вообще, что такое смута. Ну, то есть, я тоже не историк и не там чей-то там биограф какого-то царя, условно говоря. Ну, там, я имею в виду, не занимался изучением жизни. Но даже я, краем уха, слышал, что было когда-то на России исторический период. Он назывался смута, смутное время. По-моему, это было до прихода Ивана Грозного. Точно не могу сказать. И что было все очень плохо, раздробленность княжества и так далее. Даже я об этом знаю. Многие люди не знают. Смута. Исторический. История. Смутное время. Зачитываю для тех, кто, как и я, не особо в курсе, я вообще не в курсе. Смута или смутное время – один из двух наиболее значительных династических кризисов в русском государстве, вызванный пресечением московской ветви династии Рюриковичей. Это, видимо, как раз до того, как Романовы пришли. Длившийся с периода с 1598 по 1613 год. А ознаменованный стихийными бедствиями, сопровождающимися многочисленными случаями самозванства и внешней интервенции гражданской русско-польской и русско-шведской войнами, тяжелейшими государственно-политическими и социальными экономическими кризисами. Переводя на нормальный русский, это время, когда закончилась одна царская династия Рюриковича, не началась династия Романовых, и в стране творился хаос. То есть хаос. Безвластие, коллапс, смутное время. Вот, и вот именно в этот исторический период мы с вами в этой игре и попадаем. Будем, наверное, бороться за счастливую... За... Как это, вот эта фраза? Будем с вами бороться за Россию светлого будущего. Если вы понимаете, о чем я. Ой, как любят говорить наши либералы, так скажем. Россия светлого будущего, да. Все, отправляемся обед в путь. Я просто специально зачитал всю эту историю, чтобы вы примерно понимали, о чем будет игра. Эта игра, ребятки, не RPG. Ну, это, наверное, RPG, но это не экшен, это не выдуманное. По сути, из того, что я знаю, эта игра — это некий музей. То есть, это не та игра, где есть какая-то придуманная линия. Нет, это игра, основанная на реальных событиях, и вроде бы... Если не ошибаюсь, опять же, я сильно за ней следил, но вроде бы даже созданное в сотрудничестве с историками. То есть там прям очень-очень все натурально воссоздано, в том числе озвучка и так далее. Посмотрим, что получилось у наших разработчиков. И получилось ли у них спасти Россию. Go спасать Россию, как говорится. Так, настройки. Жестокость боем нам, конечно же, хочется. Сложность я ставлю нормально. Экран 2К, ага. Я включу вертикальную синхронизацию. Мне посоветовали это сделать. Применить. Да. Потому что у игры были проблемы с оптимизацией. Вот, у меня 40-90, да. Но, так, горизонтально чувств... Так. Мы сделаем одинаковую чувствительность, это удивительно. Ну и в принципе все, если что-то другое надо будет поменять, я уже сделаю это во время игры. Полетели, друзья. Ребят, у меня некоторые позвонки действительно стоят в средний, я их менять не буду, потому что, опять же, я читал, я в игру еще не играл, только запускал потестить. Я читал, что у игры есть или были проблемы с оптимизацией. Я не знаю, как она будет себя вести в разных сценах. Поэтому, если все будет окей, я просто потом поправлю. Не хочется отвлекать вас от геймплея вот этими всеми настройками. Но при этом себе первое впечатление от игры тоже портить не хочется. Поэтому не тестил. Так, звук игры есть, да? Будем бороться за будущее игры будущего. Тоже хороший вариант, ребят. Все, звук игры есть. Если будет, ребятки, слишком громко, слишком тихо, мне говорите, пока что у меня... Ну, пока тут не сильно громко у меня, не у меня там. Давайте я сделаю 80, да, на всякий случай. Так, сложность. Сложность. Легко. Понятно. Давайте нормально. Заяц, волк, медведь. Но чисто, ребятки, так сказать, славянский колорит. Вот. Лучше этого, возможно, было бы только, знаете, что изобразить? Т-34, Т-80 и армату.
ну, знаете, там, легкий уровень, средний и суперсложный. Вот. Или, например, Ми 8 у нас. Черная акула и аллигатор. Предлагайте ваши варианты, как ей можно было бы поставить иконки. Спасибо, Тангест. Спасибо. Так, кстати, спасибо, Астафа, спасибо, ребят, за донатики. Сейчас я тут аудио переключу, чтобы слышать тоже ваши донаты. Угу. Я предлагаю нормально играть. Волки и медведи в то время водились в больших количествах и были опасны для путешественников. Зимой, когда дичи было мало, они даже могли нападать на деревни. Ну, да, наверное. Старые люди говорили, что никогда не было так плохо на нашей земле, как в смутное время. Прервался род грозного царя. Страшный голод поразил всю державу. Умирали землепашцы, нищали воины-дворяне. Волком друг на друга смотрели бояре. И каждый проклинал нового царя Бориса. Легко поверила вся земля самозванцу Гришке Отрепьеву, что царевичем Дмитрием себя назвал. И хоть недолго Гришка процарствовал, да с его прихода вся земля в междоусобицу погрузилась. Не стало покоя никому. Кому верить и за кого воевать, каждый решал сам. Наводнили русскую землю ляхи и казаки-грабители. Трясся в Москве от страха новый царь Василий Шуйский. Стояли под Москвой войска очередных бунтовщиков. Одна была надежда у державы. От Новгорода к Москве шел славный воин, князь Михаил Скопин-Шуйский. И бежали от его полков ляхи и бунтовщики. Да недолго его звезда светила. Отравили князя на Перу из-за зависти царя Василия. А без Скопина разбил нас в пух и прах гетман Жолкевский, что Смоленскую землю забирать пришел. Приуныли бояре, царя Василия свергли, а польского королевича Владислава на царство призвали. И стали на Москве во Кремле над боярами пановать ляхи. Но не все государство московское им покорилось. То тут, то там подымались ополчения, чтобы иноземцев из страны изгнать. Но кто кого переборет, не было ясно тогда. В суровую зиму 7-го года смуты через метель пробивался человек, которому предстояло спасению нашего царства изрядно помочь. Да только об этом никто еще не знал. Так, я так понимаю, вступление закончилось. Ну и метель! Не видно ни черта! Как бы в этом поле не замерзнуть, Юрий Дмитриевич! Тут двор постоялый был неподалеку! Люди добрые! На помощь! Орет кто-то. Слышишь? С кем-то беда приключилась! Грех мимо пройти, Алексей! Ну, графоний неплохой. Подожди меня здесь, я сейчас! Прям, ну, не супер что-то прям дующее, но неплохое. На помощь! Не стыдный. Так. Первое впечатление немножко напоминает интерфейс Ведьмака как раз, как будто вдохновлялись. Темно, хоть глаз выколи. Что-то, кстати, реально темно. Может, надо было гамму поменять? Помогите! Сюда я пройти не могу. Исподни факел, нажмите... Чё сказать? О! На помощь! Блин, ну это, конечно, такое. Откуда он его берет? Хоть бы это... Вот твари вонючие! Ой, а это что это нажал? Подожди, а что это я нажал? О! Ратник! Это я R нажал. Казацкая сбруя. Высерки
как в эту глушь занесло вольного казака. А вольные казаки, это, наверное, откуда-то там... Помогите! Откуда? С поддона, наверное? Кобыла еще теплая. Ее владелец должен быть где-то неподалеку. Едишь вашу маковку по самые уши! Ой, мне кажется, они не так ругались в те времена. Я думаю, там нормально мата было. Это же какие цензуры. Кого здесь черти носят? Кто-то вообще в курсе, как ругались в то время? В 600 году. Мне кажется, там нормально мата было. Не только про чертей. Помоги! Спасибо, Бадосина. Опа. Ну чего столбом стоишь? Помахай давай! Какой-то цыган, как будто бы. Так, а что я смогу сделать с факелом? Или у меня есть какое-то оружие? О, нифига себе. Уж шавки облезлы. Все, думал, сожрут меня. Спасибо. Спасибо, витаминка. Да, сейчас я уберу. Сейчас уберу. Надо камеру передвинуть и надо убрать кое-что. Сейчас, секунду. Вот это мы уберем, оно не нужно. И веб-камеру вот сюда уберем. Думаю, так будет норм. Так, ну чё, кто ты вообще? Казак на дереве какой-то, да? Ну что, живой? Повезло тебе, что дерево подходящее нашлось. Да не говори. Живой, живой. Порох у меня отсырел. Без тебя не отбился бы. Какой-то реально цыган. Ну раз живой, так уж назовись. Я Кирша, вольный казак и сам себе господин. А теперь и ты назови себя. Я Юрий из бояр Милославских. Спасибо тебе, боярин. Не забуду я тебя. Ведьмака напоминаю, да. Ладно, теперь жилье бы найти. Ну, именно построение. А то так замерзнуть недолго. Здесь двор постоял недалеко. Там и помощь найдем, и согреемся. Так, ну пойдем, коль не шутишь. Раз уж нам вместе дорога лежит, скажи, боярин, за кого стоишь? За кого? За ЦСКА. И за царя истинного. За Спартака, да? Много сейчас царей. В Москве королевича польского ждут. И мой приемный отец, боярин Кручина, на том стоит. А значит, и я с ним. А зачем нам ляжский королевич? Державе нужен сильный царь. Так, а что, мы пешком пойдем? На же лошади есть. Ну, с этим не поспоришь. Алексей, это Кирша, вольный казак. Дальше вместе пойдем. А, ну тут прямо целые исторические справки. Мы это, конечно, все читать не будем, потому что стример не читатель, а писатель, как говорится. Опа. Ага. Ага, обереги. Снаряжение, обереги, карта. Ага, это какое-то поселение. А как отдалить? Тут как-то можно отдалить? Походу нет пока. Пойдем. А, ну мы, в принципе, уже пришли. Давай, давай, давай. Да, я понял. Много вольного люда ходит сейчас по Руси. Пойди пойми, кто друг, а кто враг. Короче, какая-то... Ну, не деревня. Ну, деревня, да, маленькая, наверное. Поселение. Ставерная вот с этими всеми делами. Со сбой. Так. Тут кто-то уже есть. Причем самое забавное, что я как бы лицо прикрываю, а этим вообще насрать на метель. Блин, меня такое... Место переночевать найдется? Поклон тебе. Чьих будешь, уважаемый? Солнцевский. С бояр Милославских я, Юрием Дмитриевичем зовут. Большая честь для меня. Найдем место и для тебя, и для спутников твоих. Как в округе-то? Спокойно? Ох, боярин, какое там спокойно. То ляхи наедут, то разбойники набегут. А еще и зверь дикий лютовать стал. В лес выйти страшно. Зиму еле пережили. Тяжелые времена настали.
Да, воистину тяжелые. Заходите внутрь, гости дорогие. Отдохните с дороги. Ну, первое, что хотелось бы отметить, диалоги, конечно, немножечко затянутые, но такие прям, как будто реально историческую реконструкцию смотришь какую-то. Не сериальная Скажи, история. Кирша, где был, чего видел? Что говорить, мало жил да много видел. И степь без края, и море черное, и добычу брал, и терял ее за день. Бог пока милует, а рука крепка. А тебя, боярин, куда судьба бросала? Да, побросала немного. И для князя Скопина Шуйского языков брал. И под Клушиным меня гусары с коня копьем сбили. Так что год пришлось отлеживаться. А саблю рука не забыла еще? Ну зачем нам эта информация? Ну, сейчас? Нет, ну вообще. Для продвижения сюжета. Может, поутру поразмяться можно? Так. Нас сейчас будут обучать боевки, да? Надо с людьми поговорить, разузнать, что как. Ну что, боярин, не растерял за ночь охоту с саблями поиграть? Гляди, погодка какая! Самое дело по холодку сталью позвенеть. Че, ебанутый? Тебя только что чуть волки не сожрали. С саблями я всегда рад. Становись, Кирша, спляшем. Так, ну давайте. Ну, боевка такая. Так, тут блок вообще есть? А, тут есть отскок? Я просто... Фига себе, он не... Ну, вялая боевочка, да, конечно. Ну, не супер плохая, но, конечно, не ведьмак. Персонаж почему-то очень медленно двигается. Прям вот медленно реагирует на твои нажатия. Хочет, чтобы он это речь делал. Руки у тебя, боярин, откуда надо, растут. Спасибо, макар-дизайнер. Спасибо. Слабоват после ран пока, но то дело наживное. К лету заживет. Рекрент забегался и в папку шел. Против него. И как назло... Но я вот уже по первым, ребятки, 10 минутам вижу, что игра, она не нацелена на то, чтобы рассказать там какой-то невероятно интересный сюжет. Она нацелена на то, чтобы показать исторические события. Она очень, я так понял... Эй, служба! Еды и пиво! Быстро! Медитативная, что ли? Быстро! Все остальные прочь! И вот, что я еще хочу отметить, да, вот объективным стараюсь быть, события как-то очень резко прыгают, сценарий как-то прыгает. Вот, мы нашли казака, зашли в дом, что-то поговорили с одним, зашли в избу, перетерли, резко дуэль, потом резко еще кто-то приходит, как-то вот рывками все происходит. Сценарий, ну это сценарий такой, не знаю почему. Ну, нет плавности, знаете, как в сериале, когда тебя из события в события прыгает, и ты такой, блин, а что так быстро все происходит? Немножко клиповый такой сценарий. Челом тебя, вашность! Че шумишь? Лучше пойдем с нами, угостись. Со мной пить многовато вам чести. Пошли прочь, а, пока Курва под ногами вас не погнал. Не, ну вот этих я бы зарубил. А, твоя правда. С дураками пить, только вкус тупить. Да и мои предки, что о вас, ляхов, ноги вытирали, довольны не будут. Ты? Да я тебя, да я вас что всех. Ты, что черный. Ты сделаешь? Чмо польское. Смотрите, люди, а я думал, это шляхетская рванина денег просить будет. Так, мне эта игра начинает нравиться. А он чего-то только ртом хлопает, как рыба. Ты язык за долги заложил. А твоя мамка Курва! Настолько толстая. Понял. Курва. Может, ты со мной подраться хочешь? Я тебя убью, пес московский. Твой анус, пес московский, дура. Ну айда, спляшем. Вот это интересно. Вот сейчас мне эта игра начинает нравиться. Ха-ха.
Всех вас, польские мрази, порежем! Свободен! Говноед! Отправляйся в свою Речь Посполитую, помойка. Поляки всегда были неприятными личностями. Не до империи. А! Так, ну... Начало уже неплохое моментами. Вижу, Гойда, братцы! Гойда! Это ты хорошо сказал. Спасибо тебе за помощь. Гойда, братцы, в чате! Гойда! Мне пора в дорогу. Курв порезали. Надеюсь, мы еще встретимся. Тогда ступай, да немедли. Ну, рваненький сюжет, но избиение поляков одобряемо. Так. С маленькими оконцами даем врачи вставляли в окна куска слюды, а не стекла. Куски слюды. А это что за рядом со мной вот это лохматое существо? Это кто такое вообще? Боец ММА что ли какой-то? Понять не могу. Из октагона выпрыгнул? Вот, Алексей, мы и дома. 100 лет тут не был. Спасибо, Бурацкий. Все как прежде. Пока не знаю. О, девчоночки. Причем с ненадутыми губами, рады, батюшка, нормальной Юрий внешности. Заждались мы тебя. Так, ну рваный сюжет, вот. Я не стараюсь не судить эту игру строго, потому что это все-таки наши разработчики. И я так понимаю, это, наверное, у ребят может быть первый такой масштабный проект. Вот. То есть играбельно уже хорошо, но, конечно, за 500 миллионов рублей, если это реально столько денег мы тратили. Хочется, конечно, чтобы был 500 миллионов рублей. Это сколько в долларах? Пытаюсь не тупить. 7? 7. А, ну это где-то в районе... Где-то в районе... 500 миллионов рублей бюджет. Это... В долларах. 5,2 миллиона? О, вебка зависла. Удивительная история. А, пацаны, у меня реально подвисла вебка. Так, это какая-то провокация. Это какая-то провокация, ребят. Вебка подвисла реально. Какая-то провокация. Все, да? Я извиняюсь, друзья, эти шпионы пробрались на стрим, решили вебку мне включить. Короче, 500 миллионов рублей — это 5 миллионов долларов с копейками. Если сравнивать эту игру с другими ААА-проектами или 2А-проектами, это копейки. Ну, типа 5 миллионов долларов — это вообще не очень большой бюджет. Вот. А учитывая, что, как водится, возможно, было что-то попилено, да? Я, конечно, ни свечки не ржал, но какие-то, наверное, операционные расходы были. Это вообще небольшой бюджет. Ребят, смута, братцы. Я говорю, вебка подвисла впервые за полгода. Но это, может быть, кстати, как-то связано с оптимизацией игры. Такое бывает. Потому что через OBS это как-то, мне кажется, может все влиять. Так, ладно. Мы попали, ребята... Ну, это поселение какое-то, да? Как это? Ну, это не город. Это вот церковь у нас. Дом боярей. С ликом Христа. Башни. Ну, это какое-то такое укрепленное поселение. Короче, ребят, учитывая, что бюджет игры 5 миллионов долларов, ну, это вообще немного. То есть на Западе вот, ты не сделаешь игру за 5 миллионов долларов. Топовую. Спасибо, Аноним. Спасибо, дорогой. А, кстати, ребят, давайте знаете, как сделаем? Сейчас я хочу кое-что сделать.
Если кто-то захочет второй стрим по этой игре, у вас, как говорится, есть возможность. О! Вот. Задонатить на продолжение. Если наберем, будет второй стрим. С уважением, как говорится. Полетели. Так, а что у нас по заданиям? Задание. Поговорить с Григорием. Ага, все, понял. Это, наверное, вот этот хер. Григорий. Кто к нам пожаловал? Сам Юрий Дмитриевич. Я рад Бучков. Тебя видеть, Григорий. Давненько не виделись. Как раны твои. Говорили, знатно тебя гусарские кони потоптали. Острог это, да? Но с Божьей помощью отлежался. Добро, добро. Что видел, пока сюда добирался? Худо совсем на дорогах стало. Купцу с обозом не проехать, крестьянину не пройти. Если тати не убьют, так поляки обдерут, как липку. Порядка нет. Вот и развелось душегубов. Но как новый царь на престол сядет крепко, так и наладится все. А точно наладится? Много кто Владислава на троне не хочет. Боярин Кручина сказал, наладится. А он-то на свете повидал куда больше нашего. Да и я, знаешь, на его службе полстраны изъездил. Не знаю. Бояре в Москве Владиславу присягнули, но недовольных... Я тебя спрашиваю, это вебка не польского происхождения? Пока еще их уж не сабли ли ты их убеждать собрался? На боярина лучше смотри. Он уж давно впереди войска не едет, а дела вершит великие. Иной раз словами не обойтись. Саблю тоже доставать надо. Вот и развоевался. Только мне главный Сын, герой напоминает Егора Крида. Саблю в руке сейчас держать сейчас можешь, запоет. Вояка? Сумеешь учителя своего порадовать? А чё же не порадовать? Слышь! Ты чё? Черт! Я даже мышку не успел взять! Кстати, у него броня. А как ударить? Я даже не знаю, как бить, честно говоря. А, во, быстрые удары. Фига себе! Надо правой кнопкой. Я вообще не знаю, как... Вот как он это сделал? Что он нажал? Что ты, блин? Череп подколодный. Нафиг ты меня в крысу ударил? Ты, блин. Висюн желтый. Вижу, не позабыл мою науку. Да разве такое забудешь? Век помнить буду. На это не надейся. Начнешь лениться, быстро ловкость растеряешь. Да где же я ленюсь? Каждый день упражняюсь. Алексея вон спроси. Ха, еще бы он твои слова не подтвердил. Ты в полдень скажи, что ночь на дворе, так он кивать начнет. Ну да ладно. Руки твои сами за тебя все говорят. Так. Царский золотой. Ага. Это он мне, видимо, дал, да? Поговорить с Прохором. Так, Прохор у нас где-то там. Вот он. Это местный какой-то хер. С возвращением, Юрий Дмитриевич. Наш здорово, будь, Прохор. Не совсем тебя заботы заели. Поместье-то вон как разрослось, и все на тебе. Ох, батюшка, заели. Еще как заели. Совсем не углядишь, а боярин у нас строг. Ну уж не серчай, что я тебе забот добавлял. Молод был, глуп. Господь с тобой, я так Юрий понял, Дмитриевич. Мы тебе сушило, почитай, сразу и отстроили. А хлеб все равно старый был, сгорел, туда ему и дорога. Вот вернулся ты, глядишь, с Божьей помощью и за церковь примемся. Что, так и стоит брошенная? Хоть и храм Божий, а руки не доходят. Укрепили, чем могли, и оставили до времени. А сзаду все бурьяном поросло, мы туда и не ходим. Ну, дай-то бог.
Юрий Дмитриевич, а не поможешь ли в деле одно? Что за дело? Повадился кто-то из наших в подвале снедь воровать. Вроде бы и берет немного, но захаживает часто. То мясо сушеного стащит, то масло горшок. Крыса в бараке завелась? Так может, крысы у вас завелись? У них зубы что угодно сточат. Мне стрелец один рассказывал, у них в остроге пушку медную съели. А крыс у нас Васька есть. Да видел я давеча Ваську твоего. Грелся на крыльце, сметану с морды слизывал. Так он-то крыса не жрет, брезгует. Придушит и выкладывает у крыльца. Зато ему сметана и положена. Ну, если так, то согласен. Я поначалу думал, лиса или еще кто под землей ход прорыл. Но больно уж чисто все, Юрий Дмитриевич. Следов никаких. Зверь-то неразумный, непременно бы наследил. Разберемся. Люди тоже следы оставляют. Так. Новое побочное задание. Просьба Прохора найти крысу в бараке. Мне туда. А это заброшенная церковь, да? Так, ну, мне кажется, это может быть интересным заданием. Так, не, подожди. А где этот... Подвал. Я понял, что в данном месте карты недоступны. Мне задание нужно выполнить. Просьба Прохора. А, мне нужно все, со всеми поговорить, чтобы... Так, а ну-ка иди сюда, малая, блядь. Я тебя пощупаю за жопу. К боярину приехал, вот с ним и говори. Слышь! Это что, она меня нахуй послала? Слышь, молодая, я как это, боярином тут стану. Ты мне, блядь, перину будешь взбивать. Смотри на нее, какая в валенках тут ходит. Будешь у меня пятой женой, любимый. Зуб тебе даю. Так, а это что такое? Понятно. Коровка кайфует. Так, я тут вообще могу с кем-то обговорить? Это дело Прохора. Митрофан. Интересный собеседник. Ладно, пойдемте, давайте вот с этим поговорим. Такого мне тут указывают. Ну, в чем еще испытать меня хочешь? Чеканом помашем? Ха, вроде и вырос ты, а все ребячишься. Ты боярин, а не молокосос какой. Пора уже... Например? Ты вот шумишь много, а иной раз нужно ужом проскользнуть. Тише воды, ниже травы. Это ты про спальню твоей женушки? Лазутчиком? Такое мне по силам. Сомневаюсь, что сумеешь. Спорим, смогу. Испытай. Ну, это интересно, может а быть. А чего тут думать? Как наш наставник? Ну, вы видите, наставник, да, что сюжет такой максимально спокойный. Да послушай, о чем холопы боярские говорят. О. После мне доложишь. Хочешь, что-то происходит. Хочется, знаешь, вот, как в современных играх. Экшония, взрывы. А ты думал, я тебя сразу сиськи. На Туречину пошлю? Перестрелки. К султану Турецкому а тут, под кровать? Тут история, ребят. Это историческая игра. С холопами сначала справься. Так, подкрасться к холопам возле башни. Удивительно. Так, колодец. А, вот, подождите, расспросить холопа. Я не обратил внимания, что тут есть какой-то восклицательный знак. Опа, ну-ка, блядь, молодой. Ты здесь каждую ночь стоишь? Это как Григорий или сам боярин велят. Иной раз я, иной раз Степка Рябой. А когда все в разъездах, то и полкан завтра. И что же, ты ничего не видел? Напрасленно возводишь, боярин. Все я видел. Ага. Значит, видел ты, кто еду из подвала таскает. Кто крыса? Да как же не видеть, когда они все время туда-сюда бегают. Они? Так их тут целая шайка. Знамо дело. Одних поварят четверо. Да сами повара. Ну и прочая дворня. Девки сенные, туда же челядинцы. Девок! На поклон сюда!
буду их щупать, где они, блядь, масло спрятали под юбкой. Фу ты, дурак! Отвечай, когда боярин спрашивает, кто еду ворует, а не кто по делу берет. А я почем знаю, по делу они берут или без дела? А зачем тогда ты здесь поставлен? Известно зачем. Чтобы чужие добро боярское не скрали. Так скрали же. Выходит, проглядел ты вора. Чужих при мне тут не пробегало, не проходило, не проползало. На том твердо стоять буду. А что дворня таскает, зато я не ответчик. Понятно. Но мне кажется, в реальной России прошлого, если бы он так боярину ответил, он бы уже без руки остался. Есть такое у меня подозрение. Слишком нагло себя ведет. Тут же еще... Так, историки, тут крепостное право отменили или еще нет? Кому, по-моему, не отменили. На то он и холоп. Так, а это что такое вообще? А, это мне про красно как-то надо. Ладно, это потом сделаем. Давайте еще опросим дворню. Вы когда-то потемнело, да? Вообще ночь даже настала. Куда ты попёрся? А ну стой, куда зайцев потащил? Так это, мне сказал, сходи, говорит, в подвал. Там справа в клете зайцы висят, что вчера заполивали. Выбери, говорит, который пожирнее будет. И неси. Спасибо, Дим. Это кто тебе приказал? Ну, этот, в шапке, горластый. А чего ж ты двух тащишь, если сказали одного принести? А я чего? Они ж все худые-то, не нагуляли жирок. Не знаешь, кого и выбрать. Вот взял двух, пускай сам выбирает, а второго потом обратно снесу. Врешь, скотина! Небось, второго украсть задумал? И в мыслях такого не было, Христом Богом клянусь. Я же, это, а он заяц. Да сам вижу, что не баран. Вчера на охоте, да в подвал снесли. А мне куда? Это ж... А глаза чего бегают? На меня смотри! Чё-то он врет, мне кажется. Боярин, смилуйся, не виноватый я. Если не ты, то кто тогда еду ворует? Знаешь? Да откуда ж мне знать? Врешь, точно врешь. Глазенки ты еще быстрее забег. Да я чего? Видел раз конюх наш Митрофан в клете рылся. Я ему тычу. А он масло мне надобно, сбрую смазать. И что? Так в этой клете масло отродясь не держали, одну только муку. Я ему про то, а он зырк мне в ответ. Не твоя. Ну смотри мне. Окажется, что соврал и... Так, нам нужен этот... Митрофан, походу он крыса. А я где-то тут видел. Вот это нахер. Вообще ничего не видно. Ты будешь Митрофан, конюх здесь? Ну, я буду. А ты, значит, боярин Юрий Дмитриевич? Не бережешь ты жеребчика своего, боярин. С чего ты взял? Зубы заговаривай. А с того, боярин, что на боках у него от шпор шрамы, а спина, смотри, седлом натерта. Что пришпоривал, было. Нужда в том имелась великая. Оседлал его слуга мой, Алексей. С него и спрошу. Мой тебе совет, боярин. Побереги коня. Дай ему отдыху хоть пару дней. Он тебе не раз еще за добро службой верной отплатит. Ты мне моим конем зубы не заговаривай. Я по другому делу пришел. Сознавайся, ты еду из боярского подвала таскаешь. Ну, а хоть бы и я. Да как это хоть бы? Боярин тебя на двор взял, коней доверил. Ты его хлеб ешь. Сам же говорил мне про службу верную. Все ты верно и складно говоришь, боярин. Нам двор ни в еде отказу нет. Не до отвала кормят, но с голодухи ноги не протягиваем. А вот сестре моей, понимаешь, совсем худо. Мужик ее зимой от горячки-то помер. Одна с 5 детенками осталась. Один другого меньше. А сестра твоя тут при чем? Вообще насрать на так твою сестру. Так я что-то не для себя таскал. Для детей ее. А его, ему бы сразу голову вырвали. Чтоб мне с места с этого не сойти, боярин, если вру. Сам ни крошки чужой в рот не брал. Ну и что с тобой делать? Смилуйся, боярин.
Я в подвал больше не полезу. Самую... И чё? А где тут историчность? Почему мне не предложили казнить её или помиловать? Я бы казнил, конечно, потому что... Так бы с ним и приключилось, если бы он еду воровал. Время такое было. Всем насрать на твою сестру с 5 младенцами или чем-то. Люди и так гибнут каждый день. Где этот Прохор? Хуёха. О. Что скажешь, Юрий Дмитриевич? Нашел вора! Конюх Митрофанов. Вот те раз. Вот уж на кого бы в жизни не подумал. Так, парень скромный, добрый, лошадей любит страсть. Бывало, кто в конюшне захватывает. Тут и оно, что добрый. Он еду не себе таскал, а сестре с детьми малыми. А это уж тебе решать. Я вор наш. А ну как боярин узнает. Тимофею Федоровичу курей с гусями считать не... Вот и я думаю, ни к чему боярина беспокоить мелочами всякими. Ладно, Прохор, мало у меня времени. Ну что за квест-то такой? Почему я не влияю на решение судьбы? Мне не нравится это. Меня намеренно загоняют в рамки жалостливой пожалейки. Ну, типа, я вот такой весь добрый, холопов мы не ругаем, батагами их не бьем. Не, ну его, может быть, и не казнили бы, но мне кажется, или руку бы отрезали за воровство, да? Или как минимум, привязали бы к дереву. И, не знаю, там, 20 ударов плетей каких-нибудь, или батага. Ну что это за фигня? Историческая игра. А тут какая-то милосердие, пожалейка началась. Не нравится мне. Так, что мне тут делать надо? Неодобряемо, короче. Так. Подкрасться к холопам возле башни. А, это уже было. Все. Угу. Так. Так, мне надо что-то, блин, сделать тут, но я не... А. Так. Сейчас бы бабу приобнять так. О. Греховодник. Жениться тебе надобно, вот чё. Я ж молодой еще, рано мне жениться. Блять, ты на лицо свое видел, алкаш. Как девок по деревням портить, так гораст. А как жениться, так молодой. Да играешься? И Тишкин дымоход пропишут тебе ухватами. В раз за ум возьмешься. Алена вон, бояршина девка. Сам в соку, к ней бы подойти. Она самой боярышни прислуга. Такая сама к кому хошь подойдет. А ты стой. Так а чё я? Хуже всех. Я, может... Нет тут крамолы, одна похабщина. Так. Ушиться охота. Я давеча щуку поймал. В 2 пуда весом. Ой, ты ври, да не завирайся. Как ты ее поймал? Портками. А мы по-простому ловим. На луму. Как дедами заповедовано. Главное места знать. Ну что ж это за места, где щуки в 2 пуда водятся? А в запруде, что близ развалин монастыря. Небось монахи когда-то куда и пустили. Куда он смотрит? Он что, как будто ой, этим, блин, ведроном закинулся. И вот это, как питерский этим. Там щуки взяться. Вверх куда-то смотрит. Да я не про ту запруду, что одесную. Беседа наркоманов. А то, что ашую. Ой, да... Сказывают, что видали. Кто о чем, а эти о рыбалке? А, блин. Дрочеры. Ну да, озвучка слабенькая, согласен. Не ведьмак. Не ведьмак. Слабенькая озвучка. И глаза куда-то вверх смотрят у некоторых персонажей. Как будто они, блин, это... закинулись чем-то. Прикольно. Вы помяните мое слово, братцы. Быть беде. Да что ты заладил, беда, беда.
Ноешь, как баба на сносях, спасу нету. Говорят, что боярин на шляхом продался. И веру продал. А нам за иноземцев вы... Тише, тише! Ты дурак такое говорить? Григорий узнает, плетью отходит так, что неделю лежать будешь. Говорю же, сам видел. Ляхи по дороге... И чё с того? С ляхами боярин ну, дела ведёт. Это его голова. А тва... Григорий Холопов за такие сплетни накажет. Только в чем их вина? Вот на самом деле, совсем не интересный диалог. Исполнил я твое задание. Ни одна живая душа меня не видел. А точно исполнил? Может, проспал всю ночь? И прокрался, и разговоры холопов боярских подслушал. Даже так? Те, что первые навстречу попались, про баб толковали. Ну тут не ошибешься. Если два... Другие про рыбалку. Один все хвалился, что поймал щуку огромную. И это дело привычное. Про рыбалку я... А еще два холопа глупости обсуждали. Это кто? И какие? Те, что в конце двора стояли. Говорили, что Кручина теперь слуга польский и от веры православной отступил. Повернулся же язык у наглецов. Вот оно значит как. Я с этими умниками потолкую. Будут знать, как про хозяина ложь наглую говорить. Теперь веришь мне? Верю, верю. Только смотри, не загордись. Мимо лентяев этих ты прошел. Надо бы с домашними поговорить. А это когда денег у нас стал? Как это работает? Мы что, всю ночь с ним говорили? Странно. Так, ладно. Пойдем. Наш Иван-Царевич, Егор Крид. Опа! Куда? Сюда подошла. Здравствуй, Аленушка. Свет очей моих. Давно же я тебя не видел. Все шутки шутишь, Юрий Дмитриевич. Уж год прошел, как ты уехал, а ты все никак не поумнеешь. Так как же мне в глуши поумнеть? Ты вон при дочери боярина каждый день. Служишь ей, ума набираешься. А я с медведями брагу гонял. Одичал совсем. Негодник ты. И что в тебе Настенька нашла? Стосковалась она вся по тебе. Батюшка ее все смурной ходит, о делах думает. Григорий то в разъездах, то на дворе на слуг орет. А от тебя... Какое дело? Я-то ждал, что боярин Кручина не сегодня-завтра Настеньку замуж выдаст. Думал, на свадьбу не успею. Ох, Юра, Юра, храбр ты, да не больно. Ладно, схожу. Не так, пойдем, ребятки, Настеньку проведаем, так сказать. Покажем ей нашу саблю молодецкую. Но что-то не подсказывает, что в этой игре секса не будет, в отличие от Ведьмака. И это жаль. Секс на Руси был. Он не мог не быть. Так, это у нас боярин, да? Ну ничего, смурной такой. А это Настенька. Греется. Давай я тебя погрею. Ну здравствуй, птица-синица. Дай обниму, считай, год тебя не видел. Синица. Вспомнил тоже. У меня вообще-то имя есть. Где пропадал басурман? Только и вестей, что ранили тебя, а после... Да. Невесточки. А мы 400 лет назад дело было, а тёлки как мозги ебали, так и ебут. Ничего не меняется в этом мире. Ох, я сильно. Думал, помру с тоски. Ни к какому делу душа не лежала, вот и писем не писал. Хоть бы весточку мне прислал, дурень. Что ж ты так, Настасья Тимофеевна? Зачем себя так изводить? А писька вроде чешется. Вроде не чужие люди, Юра. Не тебя одного тоска грызла. Ох... Настя, прости, что лишь о своих печалях думал. Но я о тебе вспоминал постоянно. Правда? А-а. Помнишь, как ты предложила копье у стражника украсть? Ой, дурак. Бля, реально дурак, блядь. Она хочет, чтобы он ее это свое копье ей показал. А помнишь, как мы это там в речке купались? Муй резиновый нашли. Так. Ну давайте. А ты, я смотрю, свадьбу. За этот год сильно изменилась. Заневестилась. Батюшка уж небось от сватов отбоя не знает. Я... Мне только...
Батюшка, думаю, того мне в пару найдет, кто и ему, и мне крепкой опорой станет. Род наш еще крепче сделает. Ну, конечно. Так и мне он хорошим другом станет. Эх, и погуляем мы. Ой, дурак, блядь. Настя... Погоди гулять. Любит того он. Доблестных-то много у нас. Да вот умом, похоже, не блещут. Да не бойся. Найдем тебе самого толкового на Руси. И чтоб не из робких, чтоб тебе подстать. Ступай уже, Юра. Устал, наверное, с дороги. Ой, долбоёб, блядь. Она по нему сохнет, а он такой: а, мне похуй, я куколд. Найдем себе на свадьбу мужика. Ай. Короче, ребят, секса не будет. Здравствуй, батюшка Тимофей. Юрка, здравствуй, родной мой. Вижу, что стоишь крепко. Значит, раны уж зажили. Короче, эх, это его приемный отец, а то его родная дочь. Не жалуюсь. Рука то есть они как крепко, бы сводные брат и сестра. В конец. Но они кровные, поэтому трахаться могут. В дело хочу. Слава и честь сами не придут. Эки ты вояка. Попридержи коня. Давай. Ну, было такое. Ох, нехорошо это. Я королевичу Владиславу крест целовал со всеми боярами вместе. А не много ли себе люди королевича позволяют? Да и где он, королевич этот? Да и чьей он веры? Какой бы ни был, а другого уже не будет. Либо Владислав, либо снова меж собой резаться, да самозванцев без конца на царство сажать. Ну что ж, твоя голова в этом, Тимофей Федорович. И твоя рука, Юра. Я королевичу крест целовал, и ты целуй. Как скажешь, Тимофей Федорович. Ты мне вместо отца стал. И твоя присяга все равно, что моя. Вот и хорошо, Юра. А теперь слушай меня. Да слушай внимательно. Ты хотел службы? Будет тебе служба. Да хоть в пекле чертей рубить. Завтра же езжай на Волгу. В Новгород Нижний. Угу. Князь Пожарский все никак успокоиться не может. Опять там людей собирает на бунт. Храбр он. Да... Почистили мне по ночам красться да разговоры подслушивать. Ты же, Юра, дебил, когда блядь. Языков брал ночью да по-тихому, их на честные поединки вызывал? Да. Тот-то. И здесь пойдешь, не пострадаешь. Без глаз мы сейчас. Тоже правда. А я стар, чтоб на такое дело идти. Мне уж помирать пора. Настю вот только сосватать осталось. За человека верного да близкого. Да вот за этого засватай, блин. Где ж ты такого человека найдешь? Посмотрим. Вернешься из Нижнего, так и поговорим. Ступай, ого, Юра. Поняли намек? С Богом. Так, ну вот сейчас, может быть, интересное что-то начнется. Потому что мы сейчас поедем в Нижний Новгород. И будем там этим, с пожарским князем, да? Общаться. Ну, блин, анимация света лагает. Ну, с Богом. Гришка, поди-ка сюда. Ну хорошо, хоть он крест целовал, а не жопу польскому мудаку этому. Ищу, Тимофей Федорович. Можешь не волноваться. Смотри, дело тонкое. Лучший нужен, иначе не сносить нам голову. А, подождите, этот Юра, это Юра Долгорукий? Это будущий князь Долгорукий, да? А-а-а. Ну вот если бы я знал историю четко, я бы, наверное, догадался, что это князь Юрий Долгорукий. Что-то долбоёб наш князь был, судя по игре. Настя по нему сохнет, вся уже мокрая там ходит, а он такой: а я бы это, саблями помахался бы. Кораблик, конечно, так себе нарисован, откровенно говоря. Как будто однополигональный из 2010 года. Так, а это у нас Нижний Новгород, большой. А кому репа сладкая, с боков гладкая? А кому репа гладкая, с боков сладкая? Интересно, бордель там есть? Блять, ну эти вот, конечно, телепортации, это вот... уёбенько выглядит.
Меня, знаете, что, ребята, немножко подзаебало, конечно. Это вот очень громкая постоянная музыка. Давайте ее на 50 сделаем, даже на 40. Даже еще тише можно. Просто уже что-то голова подустала. От этих завываний. А, у меня просто кто-то сейчас не слышал, что это долгорукий. Видимо, вообще обдолбоёб. Понял. Слышь? Маман! Бордели у вас тут есть, не? Мне кажется, на РФС борделей не было. Но нарисовано красиво. Это да. Спасибо, Сырок. Сам не знаю. Пока только одни разговоры. Граждане нижегородские! Люди русские! Кто из вас не знает о бедствиях царства русского? Мы все видим его гибель и разорение, а помощи ниоткуда не ждем. Долго еще злодеям поить русскую землю кровью наших братьев? Долго еще православным стонать под позорным ярмом иноверцев? Потерпим ли мы, чтобы столица подчинялась иноплеменному воеводе? Оставим ли в руках врагов Москву? Отвечайте, люди! Граждане! Так, сейчас, секунду, ребят. А, я понял, тут оптимизация игры подъехала. Нет! Для содержания войска отдадим все золото и серебро. А если мало и этого... Но продадим все имущество, заложим жен и детей наших. У меня где-то 50-60 FPS. Все, что я имею. И пусть выступит желающий купить мой дом. С этого часа он принадлежит не мне, а войску православному. А я сам, мы все, вся кровь наша, всей земле русской. Голос был записан так, как будто он, блядь, в театре выступает, а не на площади. Что это был за переход? Ну, недопиленная как будто игра. Недопиленная. Вот я бы еще полгодика-годик... Со всей Руси товары везу. Так, Кручина, я, блядь, сказал, туда, купца туда Еремеева бегу. Надо в Зарядье искать. В Зарядье? Прикольно. Ну, воссоздано, я так понимаю, по историографиям, по рисункам, да? Может, выглядит прям натурально. Ров, чистокол. Пойду к воеводе поклониться. Я понял. Короче, у меня игра так сильно напрягает... компьютер, что у меня умер стрим на Трово. Ёб твою мать. Я тут, ребятки, открыл производительность. Вот именно в этом месте. Где много людей и объектов. У меня видеокарта загружена на 80% и процессор на 70%. Не на максимальных настройках. Это при том, что... Слушайте, надо мне, знаете, что сделать? Лимит кадров. Давайте соточку сделаем. Если она, конечно, будет у меня, эта соточка. О, вот так процессор немножко разгрузился вроде бы. Петр и Павел час убавил, а я пророк. У меня стрим на Трово умер, потому что ОБС не смог вывести его. Не, все равно, блять,
А, ебать, у меня видеокарта на 100% загружена. И проц под сотку. У игры, конечно, очень печальная оптимизация. У меня 4090, ребят. Это, блядь, что такое? А, я пробежал, да? Окей, не суть. А это что такое? Дядька тоже воюет. Странные невидимые стены. Так, найти дом Еремеева. А ну-ка. А, я просто пробежал его. Купец, а хоромы аж княжеские. Да, богато здесь живут. Мне пишут DLSS включи. А где он этот? DLSS ваш. Таны. О. Надеюсь, лагать не будет. Но у меня эпический этот. Рендер стоит. Приветствую, господин хороший. Чего желать изволишь? Я Юрий Милославский, от боярина Кручины. А Дмитрия Федоровича? Как же, знаю. Боярин все подробности написал. Велел помогать, чем только смогу. Для начала нужно мне Понимаю. Но к ним-то с улицы просто не зайдешь. Так я и не простой человек с улицы. Отца моего в Нижнем помнить должны. Верно. Хотя ты, боярин, не из простых людей, но в очереди желающих и продавить и найдутся. И как же мне с ними встретиться? Как обычно, через нужных людей, да. А дальше что? А дальше уж как он скажет. Только думаю... Ха, да уж. Между собой куп... Деньгами сменить. Понимаю, потому иду... За это не беспокойтесь. Уже невозможно эти диалоги слушать, прям пиздец. Хочется. Я на самом деле боюсь себе представить, что будет, если будет какая-то большая драка, там, не знаю, знаете, там 20 на 20 этих, блядь, солдат. Мне кажется, компьютер вообще мой сдохнет. А у меня как бы топовые комплектующие. Это у меня первый раз за последние полгода, чтобы у меня ОБС, который тоже от видеокарты работает, просто бы перегрузился и включил бы один из стримов. Вот еще купца надо найти. Ну я тоже, да, устал от диалогов, честно говоря, ребят. Добрый день, уважаемый. Харитон. Сыну князя Милославского в Нижнем Новгороде всегда будут рады. А уж в ополчение я вступить готов, но только надо бы мне место... А вот это непросто будет. Много нынче знат... Я родом горжусь, но за ним не прячусь. Пусть князь испытание назначит. Эх, Юрий Дмитриевич. А с Мининым? Староста наш человек занятой. Не отвлечь его сейчас. Уж больно... Купчишка какой-то. И со мной, Милославским, говорить не хочет. Это что ж у вас за порядки такие настали? Не гневайся, Юрий Дмитриевич. Любое дело решить можно, если покумекать. Я про твой вопрос подумаю. И сколько мне ждать? О, знал бы, сказал. Хотя вот если бы ты мне в деле одном помог, то как раз как ты управишься, и вопрос бы решился. А я от купца иного и не ждал. Хорошо, внукам потом будешь рассказывать, кто тебе помог. Что за дело? Есть у меня сараи лодочные. На оке стоят. Да с недавних пор завелись там тати. Приказчика моего, да двух людей с ним били смертным боем. Расскажи, где ты... Да неподалеку тут. Это не обязательно. Просто помоги с Мининым да князем Пожарским встретиться. Не беспокойся.
Так. Что-то зябко. Холодом от реки тянет. Забудешь, прикажу выбирать. Медведь, медведь, научи меня пердеть. А если не научишь, то везет гонец письмо из Москвы. Не для его ко мне. Забудешь, прикажу выбирать. Медведь, медведь, научи меня пердеть. А если не научишь, то везет гонец письмо из Москвы. Прикольно. Так, вроде бы сейчас будем кого-то убивать. Ура. Наконец-то. Правда, не понял, кто такие тати. О, худра ебаная. Что ты со своим тут надроченным не бегай. Ну, это как бы все задание. Тати — это разбойники воры, я понял. Парень село, проснулись, рассвело. Принимай работу, хозяин. Ну уж, чё-то я им не вел, может, кто и убег. Но... Господи. А что по моим делам? Минину за тебя слово. А князю пож... Тут сложнее. А кто вхож? Есть человечек. Разное про него говорят. Со многим. Только не обессудь, Юрий Дмитриевич. С Васькой справлюсь, не впервой. Зато не... Спасибо за... С Богом надеюсь. О! Петух, ферзь ходит. Доброго тебе дня. И тебе не хворать, боярин. С чем пожаловал? Выпить желаешь? Или в заклад чего дать? Не затем я сюда пришел. Ха, вот тебе нате. Если не за выпивкой или закладом, что ж тебе, боярин, надобно? Сказали мне, что ты всех в Новгороде знаешь и с кем угодно свести можешь. Уж не знаю, кто про меня такое брешет. Друзей у меня и впрямь много. Человек я простой, душа широкая, с людьми схожусь легко. Но чтобы с кем угодно, это перебор. Нужен мне человек, который сможет перед князем Пожарским слово замолвить. Князем Пожарским? Да уж, видно орла по полету. А может, тебя еще с царем немецким познакомить? А мне немцы без надобности. А вот с саблей моей ты сейчас познакомишься без сомнений. Поспокойнее, боярин, поспокойнее. А то и не так... Я-то спокоен. А вот тебе за себя и свою охрану... Ха! Дерзок! Да ты, смотрю, готов
и ворота кремлевские головой снести. Помогу я тебе. Сразу бы так. Я-то человек маленький. Ну вот, ходит ко мне в... А как с ним... Да просто. Сядь да скажи, что хочешь за державу с... Что ж. Да не за что. Так. Блин, когда мы уже польских петухов будем резать, а? Когда уже интересное начнется? Эй, народ честной, не проходи мимо. Сейчас бы поехать. Польское царство. Обоссать там... Чей-то это, дворец. А не вот это вот все. Мне жену какую-то выебать. Увести к себе. Это хуйней страдаю. Честное слово. Богатый дом, а охраны, считай, нет. Смелый человек этот Голчин. Тут что ли, или что? А, ну искал меня, да. Добрый день. И ты, боярин, будь здрав, коль не шутишь. С чем пожаловал? Что ж, дело-то хорошее. Только ты, добрый молодец. А если и так? Что в том дурного? Род мой древний, да и сам я с воинским искусством с детства знаком. Не ты один, боярин, не ты один. Как прошел слух, что ж... И все как на подбор. И роду знатного, и саблями машут, что мельница иноземная... Так разве это плохо, когда люди... Да вроде как и хорошо. А только с другой стороны, где же на всех денег до земель напастись? Минин да князь Пожарский и так днем и... Так значит, проверять надо, кто языками молоть горазд, а кто и дело делать умеет. И то верно. А ты... Испытай, узнаешь. Сабли я помахать и впрямь люблю, но сейчас не буду. А вот если сможешь мне в одном деле под... Что за... Беда у нас недавно приключилась. Зарубили друга моего старого, стрелец. Говорят люди, он тем вечером в кабаке с иноземцами служилыми крепко поленца. И вышли они следом. Но как... А точно ли это они? Точно. Больше некому. Да они и сами в слободе сидят. Носа наружу не кажут. Явно ведь... Мол, если слух пойдет, что сам стрелецкий голова немцев без суда порешил... Отчего же? Они хоть и веры не нашей, но воюют знатно. Пробовали уже без них. Первое ополчение к Москве пришло, а стены ломать нечем. Инженеры нужны, пушкари умелые, а свои... Ага, теперь понятно. Но ведь если кто другой со стороны тех наемников... А я о чем толкую? Когда людиш... Что ж, схожу посмотрю на тех иноземцев. Так, ну хоть что-то интересное, надо немцев порубить. Охуевших. Голчин попросил, чтобы немчура эта сама на меня напала. Это я мигом. Главное, чтобы они хоть чутка по-нашему понимали. А ты говоришь им, что они это, блядь? Как они? Унтерменши проклятые. Так. О! В натуре немцы. Ну что, латыняне да лютеры, хорошо ли вас кормят, поэт? Да, не шалуемся. Ха-ха-ха, блядь. Ой, блядь, озвучка, конечно. Да. А я вот спросить давно хотел. А вот правду говорят, что девки у вас там не девки вовсе? В Германии. А... Мужики переодетые. Так, вроде сзади девка, а повернется, к нее бородище, как у дьякона. Что? А мужики, так
вроде вовсе не мужики, а наоборот, бабы в мужском. Потому и лица у вас бриты. Отсылочка и портки на срамные, повесточку. И побить вас любой может. Упью. А еще говорят, что когда не смотрит на вас никто, один к другому задом поворачивается и наклоняется, как баба. Ах ты грязь! Сейчас мы тебя самому бабой сделаем. Ох ты борзый какой! Иди сюда, немчура, спляшем. Это было неплохо. Подъеб засчитан. Кто не понял, это отсылочка к нынешней в Европе повесточке с этими всеми ЛГБТшниками, запрещенной в России вот эта вот организация, трансами, вот этой всей хуйней. Вот. Хорошая отсылочка, одобряемо, одобряемо. Иди сюда, высер ЛГБТшный. Иди пердолить своих друзей в немеченну. Что, ливерная колбаса, помогли тебе по... Блять. Ну, подъёбы хорошие. Ливерная колбаса, ребят. Знаете, да? Чьё это прозвище, блять, в интернете? Портки срамные. Ливерная колбаса, блять. Неплохо, неплохо. Я аж проснулся, блять, из всех этих диалогов. Ты, мать твою, за ногу. Я тебе сейчас мушку не спилю, я всю жопу эту, понял? Ага, шольц. Оружие на пол. Кто тут буйство развел? Иди с нами, боярин, там разберемся. Что это такое было? Что это, блядь? Что это за телепортация непонятная? Чё, куда мне, блядь? Станция ещё высоко. Эх, боярин. Да вот как-то вышло. Прихожу, а иноземцы лежат порублены. Видать... И то верно. Ну да и Господь с теми немцами. Жили грешно, не по православным нашим обычаям, и померли неладно. Ну да, а как с моим делом? Это непременно. Такие люди нам нужны. Кто не языком болтает, а дело делает. Учитель у меня был хорош. Здесь тебе научиться вряд ли выйдет. Народу много. Стремоухов? Погодок твой тоже с белым оружием ловок. Семен как раз мне жал. Если этот Семен и вправду так хорош. У него неподалеку деревенька. Я письмо напишу, чтобы ты чужаком незваным не явился. Так. Мне дали какой-то как будто оберег. О! Броня плюс 2. Броня плюс 2 не историчненько. Типа оберег. Против пиздюлей. А я пойду к воеводе поклонюсь. А ось отпустят на землю. Хорошего тебе дня, бай. Дела идут. Тут уж ничего не попишь. Муторно, Васька, это Варганов. Что с виду тать, что по речам. Каб не воля боярина Кручины, десятый бы дорогу его обходил. Что тут поделать, Юрий Дмитриевич?
Ох, чу. Я так полагаю, Дмитрий Федорович тоже хотел бы в светлом тереме сидеть, да пироги медовуха сбивать. Наше-то дело малое. В замыслах его подсобить. Вот. Ой, блядь. Зато не... Заебался эти диалоги, слушай, честно, сорян. Надо быстро дворянина догнать. В лесах мне лихие нужно... люди шалят. Не случилось бы беды. Мне нужно догнать какого-то иноземца. Не, ребят, за 5 миллионов долларов игра, ну, условно нормальная. Потому что большие проекты, они, если что, ребят, стоят по 50, по 100 миллионов долларов. А всякие GTA вообще по 300-400. О. Просто вопрос, что многое можно еще допилить. Рановато игру выпустили, сыровато. Сыроватая. О, писик. Графика вообще достойная. Анимация подлагивает, боевочка сырая. Переходы надо подтянуть. Да и квесты. Вот, вот что, вот это что? Ой, нихуя себе. Ну что, это что за телепортация? Не, красиво все нарисовано. Художник... Не, ребят, вот по графике и художникам вопросов вообще нет. Очень красиво. Не супер прям все детально, но красиво. А вот анимации лиц, например, конечно, да. Пилить и пилить еще. Да, диалогов много лишних. Как будто, знаете, хочется сделать... Два варианта прохождения. Исторический и казуальный. Типа исторический со всеми диалогами, вот как там, блять, по свиткам, по записям. Вот прям все один в один. Историческое прохождение. Прям вот как, чтобы историю тебе рассказали. И казуальный. Чисто побежал, там-там-там порубил и все. Без длинных диалогов. Эх, как вот знал, что будет беда. Что-то вот так хочется. Надеюсь, не слишком поздно. Но графика очень красивая. Здорово, дурачок. Такой же давич. Дали ему два раза. Жалеть мне тут удумал. Ай да, братцы! Куда, ай да? А, это бандосы. А я и не понял сразу. С вилами, серьезно? Лох педальный. Хорошо у бандитов все с точностью, если вы заметили. Чем-то танки напоминает. Плюс-минус 25% в глаз попало. А, знаете, что странно и неисторично? Откуда у этих дураков с колями оружие? Представляете себе, ребятки, в 1600 году, чтобы вот таких вот подзалупных бандитов с колями было мушкет? Это, блядь, если бы... Это как если бы нынче у какого-то бандоса нашли пулемет какой-нибудь М-209. Вот такой же уровень невероятности. А это, блядь, что за феминистка? Прошу прощения, но вы женщина. А хоть бы и так, что с того? Знакомство с Иреной? Это, блядь, кто такая? Ирена Адлер, что ли? Не, ну я извиняюсь, но я, блядь, не верю, что у нас на Руси были Ирены в штанах с пистолетами и саблями. А, ну это какая-то, видимо, англичанка. Да ну, да, блядь, да даже если она англичанка, что это за бред-то? Алло, куда историки смотрели? Это что, блядь, за сильная независимая с тремя котами, нахуй, под пазухой? Нет, но...
прошу прощения, прекрасная Польша, пани. Польская? Я был поражен тем, как ловко вы управились с этими двумя... Потек, блядь. Разбойниками. Запомните, мужики, увы, блядь, когда писюн стоит, двух. Голова Мне не думает. Мне повезло, что тут оказались вы, пан. Юрий. Ах ты, польская. Юрий Милославский. Я ехал за... Прошу прощения, не вам ли я должен передать бумаги от купца Еремеева? А, так это вы тот гонец от Харитона, которого я никак не могу. Наша русская Йеннифер, ребят. Йеннифер. Сегодня мне вдвойне повезло. Давайте бумаги, пан Юрий. Одну минуту, пани... Называйте меня Иреной. Как скажете, пани Ирена. Очень красивое имя. Все, ребята, Юрка наш потек. А вы, пан Юрий, Писюн умеете не только махать саблей, но и говорить комплименты. А у меня две сабли, милая, если что. Одна в штанах. Да. Пани Ирена, но как... Обстоятельства. Род моей госпожи древний, но в последнее время обстоятельства складывались против них. У нее не осталось верных мужчин, чтобы поручить им важное дело. Я вижу, пани Ирена, вы и сами справляетесь не хуже любого крылатого гусара. Но если вам все же потребуется помощь... Я запомню ваши слова, пан Юрий. Кто знает, возможно, это не последняя наша встреча. И в следующий раз у вас будет шанс исполнить свое обещание. Ну, а сколько же это неисторично? Блять, такой, блять, куколт, нахуй. Чудеса, блядь, какие. Девушка, ребят, а какова? Я думал, такие только в сказках бывают. Блять, вот это его выражение с такой рукой протянутое, знаете, ребятки, это надо распечатать и повесить, блять, иллюстрация к слову френдзона, ребят. Юрка в френдзоне, ребят. Не будьте как Юра. Блять, смешная игра. Порадовали, это весело. Я ж... Блять, вот если бы вот этих всех предыдущих дебильных диалогов не было, вот сразу меня сюда засунуть, было бы круто. А еще лутаться хочется. А лутаться нечего. Тоже неправильно. Почему нельзя никаких-то там вещей поднабрать, продать? Почему я сесть не могу на кобылу? Тоже странно. Играешь такой, блин, в игру про Древнюю Русь, блядь, и тут такая, нахуй, феминистка, суфражистка, в 1600 году польская. Нормально. То чувство, когда ты говоришь своей маме: «Мама, хочу поиграть в Ведьмака третьего, там есть Йеннифер». А она такая: «Не надо, у нас Йеннифер есть дома». И показывает вот эту куру. Опа! Блять, вы хотите прикол? В этой игре даже лошадь вызывается ту же кнопку, как в Ведьмаке. Икс. Икс. Так! Ну, наконец-то! Блять, ребят, спустя... Сколько... Спустя почти 2 часа игры. Бля, пролагивает оптимизация, конечно. Блять, желать лучшего. Короче, ребят, спустя 2 часа игры нам дали лошадь. И мы, наконец-то, более-менее можем поскакать. Блин, неплохая игра, неплохая. Вот, молодцы. Ну, вот это, конечно, да. Ну, рановато ее выпустили. Ее бы еще годик пилить. Мелкие огрехи есть. А, зато... А, подожди, нас в открытый... Этот мир выпустили? А это кто такие вообще? Вы кто такие, черти? Я могу их порубить?
скоро ты у меня чужой кровушки попьешь. Ладно, понял. Ну такое себе, да? Ладно. Но есть в игре что допиливать. Я бы ее через годик выпустил. Опа, нахуй, лиса. Но я очень сильно сомневаюсь, что я могу ее убить. Некое подобие открытого мира. Ладно. А в Ведьмаке можно было убить всех, если не ошибаюсь. Так, куда мне, блядь, бежать-то? А, я вообще, блядь... А вот оно, да? Вот эта усадьба. Какой-то там Семён, что ли? Или дальше? А, это вообще монастырь. Два часа уже поиграли в игру, а она, блин, вся была коридорная. Вот только тут у нас кое-какое подобие перемещения свободного. Я, скорее всего, это подобие, потому что вряд ли тут большой открытый мир есть. Кто таков? С чем пожаловал? Юрий. А, это про тебя мне Голчин на... Времени свободного у меня пока много, а вот... Это дело наживное. Да хорошо бы. Голчин писал... Да говори как есть. Фехтовать умею, но вот на... И то верно. Раз живой... А чего тянуть? Жена потом заругает, что на гостя прямо с дороги на... Видно, руки у тебя по сабле соскучились. Есть такое. Сам один я каждый день тренируюсь, а вот чтобы с другими, давно уже не получал. Я не... Да разве ж я... Давай позвеним саблями, поглядим, чья возьмет. Ай, Стафа, спасибо, дорогой. А, это у нас босс, ребят. А какие расходники у меня есть? Залупа. Подожди, я хочу расходники учиться брать. У меня нет никаких расходников. Блять, он меня сейчас ёбнет. Это увернуться. Ой, я... О, F. Ах ты залупа! Подождите, хочу F. И V еще у меня есть. О! Блин, прикольно. Ну вот, неплохо, уже боевочка, неплохо. Да уж, брат. Верно мне Голчин написал. С белым оружием ты и впрямь ловок. Это за... Так, это проматываем, ребят, нет сил. Посмотрим. Спали весело, проснулись... Так, мне надо в монастырь. Меня, Семён. Дай бог, еще увидимся. Сделал погромче, Астафа. Ну это же вот это монастырь. Не с того входа.
Дай бог здоровья. Привет тебе, путник. Настоятеля вашего хоть... С чистым сердцем? Да. Ну, ступай к настоятелю. За церковь. Не Троица Сергиев монастырь, конечно, но братья старается как может. Друг мой, Семен Стремоухов, сказал, что нужда у вас приключилась. Благодарствую, сын мой. Стремоуховы наши обители, как вернешься, передай ему... Передам все непременно, отче. Мы-то с городом, а вот деревеньки наши по округе разбросаны. А теперь одна деревенька и вовсе оброк слать. Тати сейчас немерено развелось. А может, крестьяне... Да уж не знаю, что и думать, сын мой. Я уж думал из братьев кого послать. Может, обойдется вразумлением словесным. Думаете, грабители ваши? Все может быть. Раньше в людях был хоть страх Божий. А теперь уже иные открыто говорят, что ни черта, ни Божьего гнева не боятся. Даже здесь, в святой обители, спим с дубьем наготове. Будто в набег нет... Надеюсь. А в деревню эту я наведаюсь. Так, надо проверить, почему деревня переслала это. Взятки давать перестала. Хуя себе, вы тут в монастыре развлекаетесь. Эх, навались! Да ёб твою мать. Нахуй мне этот Никон, если мне уже дали же задание. Это дело богоугодное. Ну, с Божьей помощью вперед. Мне здесь что-то тут не так. Блять, ну вот что за геймдизайн? Вот там сидят. Ай, блять, эти священники, которым одна из деревень не платит оброк. И они говорят: иди и съезди, проверь, почему деньги нам не шлют. Или продукты. И что вы думаете? Вот, блять, тут ты проезжаешь 30 метров, и вот эта деревня. Блять, ну это полное, блять, ломание мира и лора. Понимаете, чем, да? Блять, 20 метров пройти. Не в деревне под боком. Оброк перестали ходить. Доброго дня, люди добрые. А хоть бы и я, тебе-то что с того? Ехал себе, езжай дальше, бандосы. Покуда цел. Мы... Смотри, с кем говоришь! Давно не пароли, морда воровская. Варежку прихлопни в шатер, давитая. А не то обидка нам выйдет. Мало что пастырям вашим обоз не присылаете, так и посланнику их угрожаете. Да лаялся ты. Здесь и сдох. Бей его, ребята! Будет нам конь справный, да одежда боярская. Хуя себе. Так, пацаны, пришло время это. Минус один. Хэт... Ваншот, нахуй.
Микки, давай без музыки. Тут своя в игре музыка. А, это, короче, были бандосы, а вот настоящий староста. Ну, слава тебе, Господи! А вы? Мы, господин хороший, крестьян. А это кто бы? Да кто же их разберет? Кто казак, кто холоп беглый, кто стрелец быв. А, разбойники, значит. Тати лесные. Сущие звери, хоть и в обличии людском. И оброк монастырский они... Истинно так, милостивец. Ну, теперь все их добро вам достанется. Казна-то, небось, у разбойников имелась? Там того добра... Они же его не трудом добывали. Ограбят кого, день-другой в шелках походят. А у такого кошель вывернешь. Кони да оружие зато вам достались. Хоть и дрянные, но тоже день. И то верно. Хоть будет на ком по... Да, так что... Все непременно, милостивец. В скорости обоз соберем, да отправим. Даст бог, не все пожрали злодеи. Хоть чего досы. Вот. Я и письмецо с обозом отправлю. Подробно подвиги ваши. Без помощи вашей мы бы... Бля, 30 метров от них деревня находится. Сами не могли сходить. Я игру скачал на VK Play платформе. От Mail.ru. Ссылка в описании, ребят, на игру. Если кто хочет посмотреть, скачать. Год кормит. Побывал я в де... Быстро ты обернулся, сын. Да разбойники с ними приключились. Надоело им по лесам мерзнуть. Реш... Ох, вот же напасть какая. У князя Пожарского войска мало. Не будет он стрелять. Может, не оставить. Не надо вам просить никого. Да. Да. Тать. Вот он. Да вы о том не печальтесь. Тать эти... То, сын мой, никому не ведомо. Даже в самый черный ты же, небось, увещевать. Да некого было там увещевать. Одна рожа гнусней другой. Эти вовек бы не раскаялись, кабы я за саблю не... Может и так, сын мой, может и так. Не был я там. Как по мне, отче, так лучше уж волков с медведями жалеть. Это в тебе. Я, отче, далеко не заглядываю. Ты помолись за меня. Ступай, воин, буду за тебя молиться. А ты помни, не внешний враг страшен, а то чё... Один персонаж, разная озвучка. Косяк. А, игра сырая, ребят. Хорошая, но сырая. О, у меня задание охота на волков. Побежали. Я расстроен, да я не расстроен, ребят, просто немножко это самое. Подзатянутая игра. Хочется экшония, хочется рубить там ляхов и так далее. Ну что, друг любезный, удачи с их бедой. Вот письмо настоятель передал. Ух, повезло. А я уж и у князя отпросился. Думал, придется все же в монастырь ехать. Так в чем проблема? Хоть отдохнешь немного. Сам же говорил, что князь тебе сидеть на месте не дает. Да, ты прав. Только я уже привык, что... На охоту. Да мы по-простому, вдвоем. Если вдвоем, да прям... Эх, только... А вот... Как замять мне нынешняя конь? Так, мы пошли на охоту,
И на нас напали волки. Как в том анекдоте. Ёбаные волки. О, сучара. Ты, блядь, ты нахуй, ты как это делаешь? О, блядь, залупа. Ой, я все, блядь. Собаки позорные, вшивые. Он уворачивается. Свободен, лух. Сейчас, ребят, секунду. Спасибо, анонимашка. Мне кажется, игра красивая, просто не допилили ее. Надеюсь, через год пофиксят все и доведут до отличного уровня. Да, поддерживаю. Я не вижу причин срать без повода разработчиков, потому что у них был очень небольшой бюджет. И в рамках этого бюджета они все равно большие молодцы, как для первого раза. Я просто думаю, что она как раз будет допилена где-то вот за полгода-год. Ёб твою мать! Успел? Миш. А-а. Ты чё, блядь, нахуй? Грибов переел, дурак? Ребят, так он наркоман, Семён этот. Ты как, живой? Да вроде цел. Да, да охота-то вышла, да не... Да, повезло, что нас двое было. Ты верхом-то ехать сможешь? Не, не настолько я... Крови на тебе больно много. Крови много, но не вся моя. Ну смотри. Да уж без тебя не вид... А как? Да бывал... Бывает. Верно. Да, ты... Это с... И... Да я... Ты, да... Все, блядь, хватит этого пиздежа. Чувак под мухоморами православный. Солевой. Господи. Горе-то какое. Да ничего. Зайцы залегали. Он у меня такой. Меня слушать не хочешь? Да понимаю. Но все равно лежать не могу. Нельзя товарищей в беде бросать. Эхо какое-то непонятное в озвучке. Не, ну игра красивая. Исторически воссозданные деревни. Одежда вся, я уверен, там исторически воссозданная. Оружие. Вот все-все-все-все-все. Но надо допиливать. Не с ней надо такое говорить? Да как же так? Мало вам войны. Так еще и на охоте. Ты уж прости. Я уж думала, мой один такой дурень отчаянный. А глядишь... Да уж спасибо, так спасибо. Раны, они с виду опасные, они не глубокие. Да я его раньше месяца из дому не выпущу. До князя дойду, в ноги ему брошусь. Я князю доложу, что приключилось. Бабы. Там где-то герб Москвы был? Не заметил. Не, игра исторически... Офигенно воссоздан, ну, исторически очень правильно. Все правильно тут доподлинно воссоздано. Че, блядь, такое нахуй? Вот. А, быстрый переход. Очень все красивое, но оптимизация и многие другие вещи, конечно, хромают. Блин, но самый, мне кажется, главный минус это, блядь, эти душные диалоги. Посмотрим, что за князь Пожарский. Очень душненько.
да, тот же первый Ведьмак тоже не был шедевром, на самом деле. Я помню, как я в него играл. Ребят, давайте так, объективно. Никого не защищаю, но я первого Ведьмака, когда играл вот в далеком там 2007 году, или в 2008, не помню, я его не прошел до конца. Я его на середине дропнул, потому что он был максимально скучный и унылый. То ли дело второй или третий, понимаете? То есть, возможно, если от этих ребят выйдет уже следующая историческая игра, там не про смутное время, а не знаю, что бы я хотел бы... Честно говоря, я бы про революцию в России поиграл бы в игру. Хотя такое, знаете, страшное время, там царскую семью расстреляли, все такое. Я бы вот про февральскую, а потом и октябрьскую революцию поиграл бы. Интересно. Вторую мировую, в принципе, и так уже дофига игр сделали разных. А еще, кстати, про Наполеона было бы интересно с нашей стороны посмотреть игра, да? Как мы его там разбили. Голчин и Семен рассказывают, что умеешь ты дела непростые решать. Если ну, я очень задел, красивая взялся, вся одежда. Сделаю. Очень красиво. Только к делам тайным душа у меня не лежит. Видите, как все прорисовано? Мне бы на честно... Не торопись, боярин. Посмотрите, посмотрите. Всему свое время. Будет отряд тебе и не... Чтобы с поляками да с предателями земли рус... И дай... А что у тебя за... Мотобор, а что это у тебя за значок? Слышь? И вправду. Мудр был тот иноземец, дельно говорил. Людей вокруг много, но как нач... А другой хоть умный, но сторону по пятому разу меняет. Что ж, если для общей победы надо, я готов за любое дело взяться. Такие слова мне по нраву. Есть тут забота одна. Думал Семену поручить. А с ним прибыли на Медни немцы-наемники. Отряд хоть небольшой, но справный. Все при оружии. Доспехи, кони добрые. Нанять. Так допросить их! А если подтвердит? Эк ты спли... Да... Съездить в Слободу и с командиром их поговорить. Мне с ним речь вести много чести. А послать кого из дьяк... Ну как скажет, чего не так, его и порубят почем зря. Ну, потому и хочу тебя послать. Переговори с командиром немцев этих. Короче, какие-то немцы какую-то хуйню вытворили, надо пойти с ними перетереть. Кажется, князь мне доверяет. Боярин Кручина будет доволен. Но игра очень красивая. Очень все натурально воссоздано. Я уверен, как я уже говорил, что было 100-500 консультаций с историками, чтобы вот все нарисовать так, как оно было в реальности. По всем рукописям и так далее. Очень круто. Как ни гляжу, а толком ничего не видать. Это смешно. Больше шуток надо, больше юмора. Как с теми немцами за дебилами. Где искать этих немцев? Ладно, по говору найду. Далеко они вообще? А, так не тут рядом. Короткометражный хер в чате. Я на такое не отвечаю. Зачем ты такие вопросы задаешь? Да, мне тут. Да, нихуя не понимаю. Дом вести не войдет. Я думаю, да, я думаю, люди старались просто опыта немного в таких играх и сроки, скорее всего, жали. Потому что проект при господдержке, им сказали, блядь, вот нам нужно там через год игру про Русь. Они такие, окей, не успели все допилить. Я думаю, допилят еще с патчем. Вон, ребят, эти, блядь, бургеры заднеприводные. Чем пожаловал, московит? Я тебе сейчас саблю засуну за московита. От князя, гуд. Князь велел сначала мне с вами переговорить. У него много... Говорить со слугами нам не о чем. Я уже называл плату, за которую мы согласны пойти на службу князь. Ты кто таков, меня слугой называть? Тебе подобные для моего коня сено таскают, да навоз с конюшен выносят. Чего, латынянин, как за палку взялся, так и в князья вышел? Ты такой же напыщенный дикарь, как и польский шваль. И вы, и они. Так ты, барыга грязный, только о деньгах. Заткнись! Ваше время прошло! Скоро мы придем! Придете, и примет ваши тела земля русская! Ты мне угрожаешь. Ты еще больше дурак. Ай, не хотел я этого. И я не хотел.
Ах ты мразь тупорылая. Сначала артовода поганого крепим. А потом подсосов. Ах ты сучара. Я забыл, как щит делать. Все, блядь. Плохо, когда инородцы у нас как у себя дома хозяйничают. Не делай это. Согласен. Сказал Юра и вырезал уже вторую партию немчур. Одобряем, одобряем. Сколько игра сейчас стоит? Говорят, что 1700. Недешево, надо сказать, недешево. Могли бы и подешевле сделать, учитывая, что госфинансирование. А ли ветер гуляет? А ли шарится там кто? Гойда, братья, гойда. Быстро ты, боярин, обернулся. Похвалились много. А как сказал я, что не захочешь ты, князь, дела с ними вести, так и вовсе похваляться стали. Вот злодеи. А так не при... Неужели одумать? Каюсь, князь, не сдержался такое поношение слушать, схватился за саблю... Вот оно как. Писали про тебя. Но если скажешь, что виноват... Что горяч скажу. Впредь старайся саблю лишний раз не доставать из ножен. Всякое бывает. Но сейчас твоей вины не вижу. Да. Службу ты нынче добрую сослужил. Вижу, можно тебе дела доверить, и непростые. А по... Минин? Минин же купец простой. Что у него за дела такие? Может, ему писарь с дьяком надобны? Ты, боярин, говори, да не заговаривайся. Кузьма Минин в ополчении день и ночь... Ну, если ты так говоришь, то и впрямь зряшные слова я сказал. Дело. В лагерю. Тотчас же отправлюсь. Как не гляжу, а толком ничего не видать. Блять, смешные два клоуна. Али ветер гуляет, али шарится там кто. Блять, долбоеб, куда ты смотришь? Там, блять, комната. Ай. Так, куда мне пиздовать-то? Лагерь ополчения. Так, едем искать лагерь Минина. Ну и где его искать, этого Минина? Сколько там метров? Вот видите, тут маленькие локации, все рядом. Хотя хотел бы, конечно, подольше попутешествовать где-то. Блять, вот он лагерь. Кажется, действительно, они спешили какому-то сроку сдать проект, поэтому многое просто не успели допилить. То ли сапог, то ли лапы. Что он там сказал? Эх, дыра на дыре, а заменить нечего. Вышел в поле, вышел в поле, но скоро ты у меня чужой крошечки подбил. Жарит ровно змеюка. То ли сапух, то ли лапоч. Тебе цепь пойди пойми. Вышел в поле из тумана. Вынул ножик, вышел полек из тумана, вышел полек из тумана, вынул ножик из жупана.
Бля, чего нахуй? В ножички играют. Вышел поляк из тумана, вынул ножик из жупана. Вышел поляк из тумана, вынул ножик из жупана. Рад, что добрался ты наконец. С Филатовым я сам по себе, а к вам... Так еще лучше. Князь людей с первого взгляда. Раз уж он тебе доверие удостоил, это в... Ну... Всему свое время, Юрий Дмитриевич. Я же князя знаю. Он сам о себе не думает, и о других порой подумается. Вот гляжу я, кафтан у тебя дорожный. Пылью пока... Так у меня обоза-то нет. Что в сумы влезло, то и вожу. Я к чему веду? Если уж князь нас... Сейчас я воеводе нашему отпишу, к нему и... О, новая снаряга будет. Ты, стало быть, сы... Он сам... Эх, вымахал. Я и не просил, своя одежда имеется. Да шуткую я. Сыщется у нас и кафтан, и сапоги. Так может, кому нужнее тот кафтан будет? Я-то не гол и не... Просил, не просил, порядок быть должен. Раз уж наслышан, что ты с саблей ловок. Стрелять-то научен. Но это дело поправимое. У нас за... Хм. Вот за это... То-то и оно. Опа! Блин, ну мне тот наряд больше нравился, честно говоря, с кольчугой. Поприкольнее было. Ну ладно, разнообразие. Сейчас с бердышом это такая хуйня, короче. Типа, короче, сейчас увидите, с палкой длинная бердыш. Палка с этим, блядь, лезвием. Доводилось раньше. В руках держа. Оно и понятно. По походке вижу, ты к коню привычен. Случиться всякое может. И в поле с коня... Мне надо бердыш взять, вот бердыш. Хорошая штука бердыш. Ухватистая. Не врагов порубить, так дрова наколоть. Мне дали новый оберег. Блядь, что я там выбрал? Нихуя не понимаю, как это работает, честно говоря. Почему у меня тут какие-то есть, а тут нету? Какие-то есть доступные камни. Ну да, это можно давать еще алебардой. То ли сапог, то ли лак. Вот, Юрий Дмитриевич. Это уж что? Порука. Да все доброе. Вот и хорошо. А то бывает всякое. Сколько ни бегает. Много таких? Да бы. А вешать за такой? Тут Юрий Дмитриевич с плеча рубить не всегда помогает. Ну, вам виднее. Ну, я бы такое воровство не спускал. А мы и не спускаем. Да как тут... И что? Да больше друг перед дружкой похваляются, кто больше... Что ж. А еще говорят, что тех, кто не дает, самих в холопа... И такое делать приходится. Говорю ж, люди разные. И вот у меня какая к тебе просьба будет, Юрий Дмитриевич. Есть у нас в Нижнем три купца. Но денег на ополчение... Не дали пока. Ты уж навести их. Поговори. Так а если запираться начнут до отказа? Если откажут, возвращайся. Мы тут подумаем, что и как делать. Ты, Юрий... Поговорит с купцом Калашниковым. Чтоб денег дал. Нахуй это лошадь? Тут от города к городу, блин, 100 метров.
Персонаж у нас, конечно, не прыгает, ребят. Вышел Джови из рандома, вынул кумуль из жупана. Ай, блядь. Какие ебучие. О! Лошара, блядь. День добрый. Я к вам от Кузьмы Минина. Да я уж по облику вашему догадался. И что ж... Говорит он, денег на ополчение... Что ж, было такое. Оскудел, торговлюшка плохо идет. Не знаю, смогу ли... Силы наши от разбойников округу уже вычистили. Значит, и торговля скоро пойдет. Или спорить с этим будешь? Зачем спорить? И правда спокойнее стало. Да не за порядок. За дело святое. Торговому человеку с деньгами всегда расставаться жалко. Только вы-то деньгами... А вот не скажи, служивый, не скажи. Думаешь, тать меня пощадит, если что? М? А если городу подступят, на стене стоять рядом будем. Так, следующий идиот, да? А, он в этом же поселении. Не, сделано прикольно. Прям интересно передвигаться по городам. И чё ты всё ходишь? Мёдом тебе нужно? Да вот смотрю, есть ли у вас тут невеста. Кому и кобыла невеста? Я ж серьёзно. Проходи давай, раз серьёзный такой. Блять. Чего надобно? Решил купить, покупай, а нет, не... Я к тебе... А ему чего надобно? Я в его... А решено было на ополчение третью деньгу сдать. Слыхал? Да слыхать слыхал, а сдавать мне нечего. Это как же? Подворье богат. Вот все в товары вложил, себе ни копейки не оставил. Да и то, напасть от... Пообожди. Это как... Ну так то в другом месте, не здесь. Расторгуюсь, продам товары, будут деньги. А пока с меня взять нечего в кошельке. Ага. Значит, мне так и передать. Так и скажи, мил человек, так и скажи. Пусть Кузьма хоть сам при... Поебал у тебя надо. Торговля, разорение сплошное. Как говорил один великий человек, жизнь висит на нитке, а этот... Мудак думает о прибытке. Так, сколько там метров? 31. Ну да, ребят. Вот уж не ждал. Сам не ждал, да вот. Да какой он мне друг? У него друзей щит. Говорит он. Брешет пес смердящий. Третьего дня только пришел к нему обоз. Пять вот. Он же не только сам торгует. Ты подскажи, как бы мне его за руку поймать? Он в питье и еде не сдержан. Постом пренебрегает. За тому же с людьми. Дельная мы. Псы-то злые. Но... Ой. Блять, прям как в Ведьмаке. Лошара, ты чё, блядь? Летят утки, и два гуся. Дом вести не возьмёт. Не
Спали весело, проснулись, рассвело. Опа-на. Блядь, конечно, нычка у него. Ой. Да что ж это деется? Ты кричать-то погоди, не спеши. Вижу. Вот думается мне, коли это все наружу всп... Христом Богом. Так я тебе днем еще сказал, что надобно. Отдам, все отдам. Как петухи прокричат, человека пошлю. Нет, самолично принесу все до копейки. О, видишь, как удачно-то. То на меня помрачнение. Ну, видишь, а сейчас... Истина. Вот и ладно. Ты, главное, с утра не передумай. Забор у тебя высокий, чуть кафтан не порвал. А кафтан-то новый. А в гневе я удержу не знаю. Иной раз такого нав... Христом Бог! Ну и молодец. Нет, не так быстро, купчина. Ты меня отвлек от важных дел. Зато возмещение явно требуется. Так, конечно, конечно. Вот, вот. Какая-то ладанка у меня. Может, ее вставить можно куда-то? Нет. Ладно, друзья. На этой интересной ноте мы сегодня стрим заканчиваем. Вот. Пойду я отдыхать. Завтра у нас будут танки. Вот. А, спасибо, Тарковчанин, спасибо. Вот, завтра у нас, ребят, будут танки. Вот. Ну, а сегодня была вот первая русская игра Смута. Пишите в комментариях, что думаете. Вот, жмите лайки, подписывайтесь на канал. Да и, в принципе, все. Вот. Завтра увидимся. Будем отметочку добивать. О, там, по-моему, Булджать тоже играет, да? Да, Булджать играет в эту игру. Классный чувак, смотрю его. И Шимура играет. Все, ребят, завтра увидимся. А, кстати, мне надо, знаете, что? Мне надо это убрать и вебку обратно перекинуть. Вот где-то так, по-моему.